В Дагестане усиление ветра и обильные осадки спровоцировали отключение света сразу в нескольких муниципалитетах. Из-за непогоды в зоне риска оказались Сулейманстальский, Ахтынский, Ахвахский, Дербентский, Цумадинский, Тлеротинский районы Дагестана, а также Махачкала и ее пригороды. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» «Дагэнерго» переведены на особый режим работы. В связи с этим в администрации Махачкалы прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Ребята объезжают территорию, фотографируют, фиксируют все потепления. Все, что мы могли сейчас скидывать с адресной привязкой. Помимо этого, все, что было у нас по отключениям в поселке наше. С утра сотрудник выехал на Дагэнерго, производственный участок Махачкалы Гонсети. Там диспетчеры все передали в работу. Максим Васильевич Долголев тоже на связи. По Волжскому озеру он доложил, что переключили на резервное питание. По упавшим деревьям, по мере поступления информации по упавшим деревьям, оперативно распиливают вдоль проезжей части, ну, на прилегающей территории располагать, вывозить потом. Теперь по участкам подтопления. По участкам подтопления оперативные бригады, чтобы дежурили, по мере необходимости организовывать, там, получается, эвакуацию транспорта.